раз отличал. Тут же. 4-4, помните такой матч? Там лет 7 или 8 назад. Технично сыграно, и назад можно сыграть, показывают футболисты Аякса, но они идут до конца. Здесь там уже свеженький Альварес, удар поворотом, отражает. На самом деле внутри его бушует настоящий пожар. Вот это да, и посмотрите, какой удар. Ну, Малага, наконец-то сейв в исполнении. Чуть-чуть не хватило, ну, может быть, точности, но учитывая, что он следует, не дают пройти дальше. Снова Батшуаи, подкат, и 4. Аякс забирает мяч. Хорош, пусть даже пока втроем. Слева Джеймс уже перекрывает ход Альварес. Соперников таков, что... Да, отчаянная борьба. Первая явная такая пауза. Как будто американские ребята. Эдсон Альварес, он сейчас с мячом. Передача. Надежда на борьбу в воздухе для Виллина. Почти, кстати, вообще дебютирует в стартовом составе в Лиге чемпионов. Потому что... Сыграно, Виллин катит на Хадсон-Одо. Еще одна ударная попытка. Отжимает соперник, и левой ногой приходится выносить кит. Умнейшего. Да, Аякс владеет преимуществом. Можно даже сказать, Альварес. Альварес, да, там. Очень сложно. Длинный мяч. После 3 балла имеет. Так же, как и в Валенсии. Эдсон Альварес. На левый фланг. Это очень прилично сыграно с Сержиньо Дестом в отборе. 18 лет парню. Контратаку под это дело устроить очень даже. Ох, как здорово! Откликнулся Е. Нет, на сей раз это Альварес. Прошу пройти. Зиеш. Пулишич. Кристиан Пулишич. И отскот. Выдержал линию, и этого чуть-чуть хватило. Альварес. Это в разных турнирах, ну и у тех, и у других. Альварес. Вместилось 3 победы в чемпионате.